вторая неделя с 8 июля по 14 июля. Ключевое слово – пауза. Тенденции недели говорят о некоторой холодности и сдержанности, даже об отстраненности. Словно ситуация взяла паузу и выжидает чего-то. Это не затишье перед бурей и не отступление в предчувствии поражения. Такая ситуация больше похожа на размышление, оценку предстоящих усилий. Необходимо все продумать и просчитать, уточнить и прояснить. Именно поэтому некоторые люди могут дать задний ход или взять паузу, а не потому, что отказываются от обязательств. Любые активные действия на этой неделе не принесут результатов, по крайней мере тех, что вы ожидаете. Многое может вообще пойти по другому пути, сломав все ваши планы. Полезным опытом этой недели можно назвать просеивание. Пауза нужна для того, чтобы отсечь лишнее, убрав лишние затраты, бесполезные контракты, изматывающие связи. Вы почистите свои ряды и увидите лишние ходы. Вам может даже не понравиться то, что раньше вас восхищало. Вы словно увидите все в другом свете. Пауза поможет сориентироваться и выбрать подходящий момент, все взвесить и отладить. Восьмое июля, ключевое слово – банкомат. Лучше сегодня поставить ограничения на вашей банковской карте, а то вы рискуете потратить все до копейки, покупая хорошее настроение. Конечно, вы получите массу удовольствия и бурю эмоций, однако числа говорят, что завтра вы не оцените вашу импульсивность и щедрость. Если вы сегодня запланировали крупную покупку, то постарайтесь не попасть под чары маркетолога или продавца. Будьте бдительны. А лучше не берите с собой деньги, чтобы оставить за собой право еще раз все обдумать на холодную голову. Не ведите себя как банкомат или обменный пункт, кредитная организация или фонд поддержки всех желающих. Идеально сложится день у тех, кто захочет найти способ заработать. Вас словно осенит идея будущего предприятия или проекта. Творческие люди, романтичные и креативные, сегодня почувствуют вдохновение и смогут ловко и уверенно нащупать что-то полезное в своей работе. В романтических отношениях также вам будет сопутствовать удача. Отношения сегодня складываются как нельзя быстро и комфортно. Однако знаки указывают на небольшие нотки мошенничества. Получайте удовольствие из общения. Будьте максимально откровенны в интеллектуальном и чувственном плане, но соблюдайте банковскую тайну. Девятое июля, ключевое слово – прагматичность. Сегодня нужно проявить упорство и настойчивость. Обязательно доведите дело до конца, не отступайте от намеченных планов, не слушайте ничью точку зрения. Ситуация развивается гораздо быстрее и масштабнее, чем вы думали. Как подземная река, пробившаяся на поверхность тонким ручейком. Помните о том, что именно вы хотите увидеть в конце пути, и не обращайте внимания на заверения о том, что это невозможно сделать. День вас может удивить. Например, вас просят от чего-то отказаться или что-то не делать, так как в этом нет смысла. Если вы согласитесь, то так и будет. Вам никакой пользы это не принесет. Однако, если вы все же настоите на своем, то получите больше, чем предполагали изначально. Пусть в сторонке постоят те, кто никуда не спешит, а вы действуете по намеченному плану. Однако день не очень располагает к поездкам. Тут вероятны пробки или иные причины задержки. Причем не стоит искать альтернативные пути проезда, вот они как раз вам и испортят впечатление. Представьте, что вы захотели объехать трудный участок трассы по проселочной дороге. Но сегодня там ремонт дороги, придется возвращаться обратно на магистраль. Или вас поджидают сотрудники ГИБДД. Так что не меняйте маршрут жизни, тише едешь, дальше будешь. Десятое июля, ключевое слово – под ковром. Не люблю я мышиную возню под ковром, особенно когда речь идет о влиятельных людях. Сегодня кто-то будет принимать важное для всех решение. Вы и сами, если являетесь директором, захотите решить чью-то судьбу. Это решение будет связано не столько с человеческими качествами людей, сколько с производственной необходимостью или с рекомендациями или принуждением свыше. Что-то будет пытаться вмешаться в привычный вам уклад жизни. Такие знаки помогают привлечь внимание контрольно-надзорных органов к какой-то
ситуации, особенно если вы долгое время не могли найти справедливость. Почему-то сегодня кто-то захочет во всем разобраться. Однако, если вам сегодня предъявили претензии, то ситуация может превратиться в снежный ком. Не пытайтесь сегодня защищаться, так как ваш оппонент имеет пару козырей в рукаве. Либо вы склонны допустить глупую ошибку и усугубить свое положение. Сегодня вообще крайне опасно вступать в конфликты или провоцировать их, так как очень быстро все выйдет из-под вашего контроля. Июля. Ключевое слово – подсказка. Вы сегодня обменяете что-то материальное на нематериальные блага. Например, потеряете небольшую сумму денег, но зато приобретете полезный опыт или знакомство. Кстати, подсказка может прийти к вам крайне неожиданным способом, поэтому не бойтесь задавать вопросы всем подряд или просить о чем-то всех к вам входящих. Не считайте сегодняшний день по итогу бесполезным, ведь вы обязательно извлечете что-то крайне любопытное. К тому же ваш оппонент может подкинуть вам идею, как его обыграть. Вы словно увидите слабые места как свои, так и вашего врага. Так вы сможете перестроить тактику, защитить свои тылы и создать большую прорывную силу для победы. Если вы сегодня ждете интеллектуального прорыва, то будьте готовы к тому, что идея или ответ придут неожиданно и сразу натолкнут на верный путь. Прозрение найдет вас благодаря причиненному вам неудобству, что натолкнет на мысль. Еще раз повторю, что материальных благ день не принесет. Суть не в том, чтобы показать важность духовных, интеллектуальных и кармических аспектов жизни. Не все решается деньгами, и уж точно не только деньги приносят пользу. Зачастую потери материальных благ приносят творческий прорыв. Июля. Ключевое слово – привидение. Сегодня на горизонте может замаячить какая-то угроза. Она покажется вам куда больше, чем есть на самом деле. Как говорят, у страха глаза велики. Поэтому не стоит вдаваться в размышления и причинах и следствиях. Искать виноватых в вашем прошлом или в вашем роду. Все окажется простым и банальным совпадением. Кто-то по ошибке принял вас за врага или сам не ожидал, что месть или создание препятствий вас так обидит. В любом случае ситуация недолговечна и быстро распадется сама по себе, как привидение, которое гремит цепями лишь по ночам. Плохо то, что любой акт насилия сегодня может по случайным стечениям обстоятельств обернуться большим ущербом из-за панической реакции людей на происходящее. Еще знаете, как бывает, вы раскрыли незначительную тайну о человеке, а она прошла волну по всему коллективу и обросла выданными подробностями. Вы не думали портить репутацию, да и контекст был иным, но вот муха превратилась в слона, да и нажужжала всем об источнике проблемы. Не всегда хорошо пугать аудиторию привидением. Сегодня ваша выдумка может обрести физическую форму. Июля. Ключевое слово – отказ. Хорошо, что тенденции дня вышли на субботу. Обычно такие знаки дают множество бумажной волокиты и юридических конфликтов. Однако в выходной день все сработает значительно мягче. Может сорваться доставка ранее оплаченного товара, или вам откажут в забронированном заранее столике в ресторане. Вам придется вспомнить о ваших правах и обязанностях тех, кому вы будете обращать свое негодование. Однако существенных результатов ваше правое дело вам не принесет, так как правда и удача сегодня на стороне тех, кто отказывает в чем-то или соглашается с чем-то. Если вы захотите с кем-то вступить в спор или в конфликт, в диалог или в прямую конфронтацию, задумайтесь о том, на чьей территории вы находитесь. Если вы пытаетесь разобраться в чем-то в магазине, то будьте уверены, результата не будет. Введите оппонента на свою территорию, чтобы иметь право ему во всем безболезненно отказать или настоять на своем в ультимативной форме. Лучше не планировать исполнение обязательств перед вами на сегодняшний день, чтобы не вовлекаться в лишние юридические конфронтации. Июля. Ключевое слово – миксер.
Все сегодня перепутается, перемешается, сместится, перестроится. Вы можете даже не понимать, что именно происходит и почему день переставил все с ног на голову. Все дело в том, что судьба решила навязать вам свои условия, которые застанут вас врасплох. Хорошо, если вы заранее не построите грандиозных планов на сегодня. В противном случае все пойдет не так, как вы хотели. Лишняя суета будет обусловлена неправильной организацией каких-то процессов. Кто-то что-то забудет, перепутает, не успеет. Смешаются и ваши чувства кому-то или к чему-то. Иногда мы устаем даже от положительных эмоций, когда наступает привычка или перенасыщение. Иногда накопившийся стресс или разочарование дарит мгновение расслабления и безразличия. Сегодня будет добавлен и новый эмоциональный ингредиент в котел вашего впечатления о человеке, что не только все изменит в вашей душе, но и придаст вам уверенности в выборе. Каким будет этот ингредиент, разочарование или восхищение, сказать трудно. Но совершенно точно вы не останетесь равнодушным, так как внутренняя битва окончится каким-то четким результатом. Благодарим вас за просмотр данного видео. За более подробным описанием дня переходите на наш сайт alvasar.ru. Ссылка в описании.